Всем привет! Друзья мои, мы вчера, в общем, пошли на улицу, накопали земли. Ну, не самый хороший, ну ладно, кое-что купили. Маруся тут тоже помогает. Василиса пришла из школы, я затеяла пересаживать наш авокадо. Пересажу его в ведро. Не знаю, в ведро. Надеюсь, что ему там будет получше, он не будет так сохнуть. А Марусе очень сильно хочется тоже землю с улицы. Она веник облизывает. Марусь! Маруся, разве так можно делать? Можно. Так можно делать. Да, Марусь, можно. Ладно, сейчас буду пересаживать, покажу вам потом с нашего успеха, что получится. Марусь, не ешь веник, Марусь? Маруся, есть веник. Ну так нельзя веник-то есть. Там грязно, не ходи ты туда. Ой, чудная кошка. Ну, в общем, ладно, будем пересаживаться. Принесла домой переноску для кошки, мы ее всю разложили. Вот так вот она выглядит. Это рюкзак, он складывается вот так вот в этот. И там есть даже дверка. Василиса бегает, ищет кошку. Кошка, видимо, научена горьким опытом, спряталась быстренько. Нет. Маруся, там ее тряпочка лежит, на которой она спит. Я думаю, куда, как ее там пролезть. Ну, заходи в дверку. Где дверка? Марусь, где дверка? Вон дверка, смотри, там. Вон дверка, вон там. Ну, что? Марусь. Надо было большую открыть. Марусь, кыш-кыш. Ну, вот дверка, тут. Может, повернуть ее дверкой к ней? Ты же что-то непонятное происходит. Домик. Домик. Ничего себе, скажу, домик у меня тут есть. Кошка. Космонавт. Все научится домик закрывать. Что не испугалась. И села. А я, знаешь, о чем подумала? Вот вести ее. Она же будет ходить писать. Как ее писать, выводить? Кустики. Будем потом 3 дня ее ловить по этим кустикам. Кажется, нереально вести. Ну, надо еще проверить, чтобы она как-то на спине держалась. А еще купила вон Василисе какие-то штуки. Я знаю, что это такое. Можно? Кошка, подожди, пожалуйста. Это кошка, которая пуляется от шерсти. Это было мяу, называется. Мяу. Не кричи только. И вот такие штуки появились. Тайны космоса в КБ. Какие-то раскопки. Что-то надо раскапывать. Вот такие вот дела. Ух ты. Василиса нарисовала каких-то зверей. Она легла. Ой, Маруся легла там. Маруся, тебе нравится твой домик, да? Марусенька, ты скажите в мой домик. Мне всех видно, а вам меня не видно. Да? Марусь. Маруся! Девчонки, я совершенно случайно зашла в родину на 3-й этаж. Тут есть магазин почепской фабрики швейной «Надежда Стиль». Вот форма Василисы, которую носит, это вся «Надежда Стиль». А я вообще не знала, что он тут есть. Я настолько случайно узнала. И такие цены, ну, нормальные. То есть
платье с рукавами 1000 рублей, пиджак что-то 2000 рублей. Ну, короче, вообще классное. И главное, что ткань там никогда не мнется, и они такие очень износостойкие. Кто не знает, я прям, это прям реклама. Ребятки, всем добрый вечер, мы дома. Василиса тут делает очень классные вещи. У них последние два эссе, или как сказать, проекта по окружающему миру. Она один сделала про котлас. Вот так вот и вот так вот. Это все у нас выглядит. Раскрасить она что-то не захотела. Он так а второе белый. Будет... Это что, у нее ножки? Нет, это такая ветка. Вторая у нее будет про Южную Америку. Она выбрала страну Бразилия, да? Да. Вот. И там есть амазонка. Амазонка. И кто еще? Как там? Пепперони вроде бы. Пепперони — это пицца. Паракады вроде бы. Да там есть такие анаконда, рыбы. Анаконда. Пираньи. Пираньи, да. И попугайки. И белый, и розовый дельфин, и еще фламинго, и даже еще есть царство рыб. С ума сойти. Во, видите, как у нас все круто, все есть. Так что, господи, когда уже закончатся эти уроки, уже не только Василиса хочет этого, но и я, по-моему, тоже очень хочу, чтобы наконец закончились уроки. Осталось совсем чуть-чуть. 25-го у них линейка через 4 дня. В четверг, да. Так что она доделала. Я уже волнуюсь. Ты она волнуется. Маруся. Кс-кс-кс-кс-кс. Привет. Как тебе там сидится? Мне пока что страшно. Страшно, конечно. Скажи, куда вы меня? Соте бьет. Да, но Василиса решила, что надо срочно ей гулять. Поэтому мы ее понесли. Сносим на 5 секундочек. Все, Марусенька, ложись. Сейчас я вкусняшку тебе дам. Маруся протестует, но вроде как лежит. И интересно, еще кошки тут бегают рядом. То она и мяукает. Угу, не нравится ей. Она прям впихнулась ко мне. Чего ты маленький наш? Ну что, Марусь, Василиса тут. Тяжело тебе, что ли? Да нет, нормально, просто смешно. Смешно? Что это да? Я вокруг. Да, вокруг двора? Да. Ну там дети. Давай вот лучше так, как собачка нагуляют. В общем, кошку бедную замучили. Тебя она привыкла. Но она подуспокоилась, да. Она попервой прям боялась, видимо, что ее выбросят. А сейчас прям сидит, вроде как наслаждается. Да, Марусь? Марусь, ты там как? Она смотрит по сторонам? Будет мне, чтобы не было поблизости собак. Ладно, пошли. Это наша собака боится. Она не знает о собаках. Это собака там, правда, не знает. У нас, кстати, вовсю тут идет ремонт. Дождь начинается только что. Вышли, называется. Тучами все заволокло, мы вышли погулять. Ну давай вокруг дома и зайдем в магазин и домой, да? Ну да. Нет, обратно, пошли. А что там, Стеша? Да. Ну пойдем, ладно, там собаки не будут ее гавкать. Да. Ну, ей уже страшно. Она полушутила запах собак. Ой, да, там да. Собачки гуляют. Страшно. Ты с ней разговаривай. Маруся, мы тебя любим. Ребят, всем добрый вечер. Мы бежим в детский мир. Василисе сегодня вручили диплом. Она победила в олимпиаде по английскому. И поэтому ей подарок причитается. Вот идем, посмотрим, что она выберет. Не знаю. В детском мире бежит впереди планеты всей. Тихо, там дорога. Так, Василисе вручили сегодня такой вот сертификат. И вручили сегодня ее диплом по победителя первой степени по олимпиаде английский язык, третий класс. 50 из 50. Там такие вопросы, я вам хочу сказать, что я бы точно не ответила. С моим знанием Василиса ответила. Молодец.
Так что мы ее сегодня поздравляем. Поздравляли, она у нас умница и разумница по английскому языку. Сама она чего-то тут уже опять вырезает, у нее творит. Она все время что-то творчеством занимается. А что это такое, дочь? Будет делать вот это как-то мою стрижку. Стрижку? Для человечка? Да? Вот. Волосы? Ну, красота. Очень интересно. Мальчик.